Акимат Петропавловска провел день открытых дверей. Задолго до начала в коридоре уже выстроилась очередь из горожан. В числе первых со своей проблемой пришел Евгений Бородин. Говорит, его дачный участок каждую зиму затапливает канализационной водой. И не один Евгений в садоводческом обществе «Легенда» страдает от стоков неизвестного происхождения. Проблема не решается уже 5 лет. На текущий момент там у нас затоплено 3 дачи. Высота льда достигает метра. Весной это все тает. Химикаты непонятной природы. То есть сливается или из какого-то предприятия, или из канализации. Пытались найти все-таки источник, кто сливает. Бетонировали колодцы, чтобы не сливали, там, скажем так, частные компании. Но все равно это происходит каждый год, именно зимой. Сотрудники отдела ЖКХ пообещали в понедельник приехать на место и помочь решить проблему. Специалисты этой сферы на приеме граждан были востребованы. За помощью к ним пришла и Инна Шеверга. Прошлым летом рынок ЦОД переехал на новое место, но автобусов в тот район ходит мало. Рынок теряет покупателей, а в последующем и торговцев. У нас есть 4-ка, у нас есть 23-е. В пошаговой доступности у нас ходит 25-й и 22-й автобус. Все, больше автобусов нет. Бишкуль к нам не может добраться. Почему? Потому что от интернациональной 2 километра добираться. И со многих других районов, то есть это Солнечный, Барки, ДСР и многие другие, как говорится, но они не могут к нам добраться. Люди до нас не доезжают. Рынок глохнет, людей нет. Сейчас зимний период, это вообще большая проблема. 20 контейнеров уже планируют закрыться в следующем году. Представительница ЦОД просит пересмотреть некоторые маршруты, чтобы жители окраин могли доехать до рынка. В следующем году мы планируем получается увеличение маршрутов, согласно, получается, вот тоже к нам обращался, получается, и в сторону инфекционки, получается. То есть мы на следующий год будем пересматривать длину маршрутов и сам маршрут. Больше всего обратившихся было к акиму города, в их числе представители общественного объединения «Союз Чернобыль». Тех, кто ликвидировал последствия страшной аварии, указом президента приравняли к ветеранам войны. Но жилищные льготы остались недоступны. В стране было 85 тысяч ликвидаторов Чернобыльской аварии. Осталось 1500 всего. В Североказахстанской области 210 человек. Большинство из них потеряли здоровье на Чернобыле, остались прикованы к коляске, а некоторые к постели. У меня список, в котором 7 человек. Они обратились в наше общественное объединение. Им нужна помощь с жильем. Получилось, что в жилищном законе, который приняли еще в 1992 году, не прописаны чернобыльцы. Особый статус они получили позже, но в закон правки не вносили. В этом и вся сложность, которую надо решать на республиканском уровне. Аким города Руслан Анбаев пообещал помочь с решением проблемы. Айнагуль Камзину привел на прием граждан жилищный вопрос. Ее сын инвалид с детства. В очереди на жилье она 6 лет. Накопить самостоятельно не получается. Большая часть зарплаты уходит на аренду квартиры и медикаменты. Со следующего года, возможно, будет возвращение программы «Шанрак». Там идет, кто первый стал в очередь, кто раньше стал в очередь, те и будут по первоочередной претендовать на оформление ипотеки. Но, к сожалению, других программ нету, только через отбасыба. Жилищный вопрос был самым популярным в день открытых дверей городского акимата. Также обращались горожане с проблемами благоустройства, дворовых площадок, дорог и социальной поддержки. Всего на прием граждан пришли больше 50 петропавловцев. Половину принял аким города. Агирим Хамзина, Ренат Шамшудинов, МТРК.